Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами проведем обзор экшн-фигурки голограммы инженера по фильму «Прометей», выпущенной компанией NECA. К минусу игрушки нужно отнести, что при первоначальном изъятии фигурки из упаковки присутствовал неприятный запах пластика. Сейчас фигурка находится в состоянии проветривания уже третий месяц, но запах все еще имеет место быть. Высота игрушки примерно 20,5 см. В комплекте с фигуркой идет ваза с генетическим оружием. Я пришел с миром. Фигурка имеет 14 мест с подвижными суставами, и сейчас мы рассмотрим их по порядку. Голова немного наклоняется вниз-вверх. Поворачивается влево и вправо. В плече руку можно поднять вверх, как вдоль тела, так и в сторону от него. В локте руку можно согнуть и отвести предплечье в сторону. В запястье можно вращать кисть. В поясе возможность небольшого наклона и поворота торса. В бедре ногу можно поднять вперед, отвести назад. Поднять в сторону. В колени ногу можно согнуть и вращать голень. Сустав голени позволяет вращать и наклонять ступню. В пятках имеются углубления для закрепления фигурки на подставке. Благодаря подвижным суставам фигурке можно придавать разные позы. Экшн-фигурка качественно и детально проработана и неплохо смотрится. Уважаемые зрители, если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь ссылками с друзьями. Ваша поддержка будет способствовать развитию канала и съемкам новых видео. Благодарю за внимание. Что еще хотелось бы добавить по данной фигурке? Когда я впервые взял ее в руки, она напомнила мне гестальту. И как человек с художественным образованием, при наличии подходящей подставки, я бы даже рекомендовал данную игрушку людям, обучающимся рисованию.